В День защитника Отечества в Петропавловске проходит областной турнир «Кызылжар-Барысы». Участие принимают 32 сильнейших балуана нашего региона. Победитель станет обладателем золотого пояса и денежного сертификата на сумму 300 тысяч тенге. В этот день даже погода была на стороне балуанов. Приветствуя участников турнира и гостей соревнований, первый заместитель акима области Айдарбек Сапаров подчеркнул символичность того, что Кызылжар-Барысы проходит День защитника Отечества уже четвертый год. Кызылжар-Барысы не случайно проходит 7 мая, День защитника Отечества. Праздник, олицетворяющий мужество, самоотверженность и патриотизм. Уверен, сегодня мы станем свидетелями ярких схваток и красивой борьбы. Одним из первых на ковер вышел борец Нурсултан Абишев из Акаинского района. Весовая категория спортсмена 98 килограммов. Его соперник – балуан Ерик Кульжанов из Петропавловска. Весовая категория 92 килограмма. Уже первые минуты поединка борец в синем костюме Ерик Кульжанов одержал победу. Балуан был настроен по-боевому еще перед схваткой. Не менее захватывающим был бой между Манасом Абуовым из Петропавловска и Алтынбеком Аусагитовым из Валихановского района. Уже через 5 отведенных минут победу одержал валихановец. Настрой хороший, думаю, выиграть эти соревнования или хотя бы в тройку войти. Соперник был хороший, я приложил все усилия, чтобы выиграть. Все бои борцы вели профессионально. Здесь можно достичь победы лишь в том случае, когда с находчивостью и мастерством сочетаются физическая сила и быстрота действия. Ведь в национальном виде спорта казахша-курес – это главные качества, которые требуются от спортсмена, чтобы положить соперника на спину. Нас радует то, что эти соревнования становятся популярными среди наших детей. Они с каждым годом растут, мастерство спортсменов растет, борцов. На центральной площади сегодня было особенно многолюдно. Пришли сотни болельщиков и поклонников борьбы казахша-курес. Хорошо, что сейчас у нас развивается этот вид спорта. Ну, желаю выступающим, чтобы сильнейшие выиграли. Да, и поздравляю всех сегодняшним праздником. Ребята подготовлены к этой борьбе. Обои стороны сильные. Победители областного турнира «Кызылжар-Барысы» будут защищать честь нашей области на республиканских соревнованиях 7 июля в Астане. Гульнара Кали, Владимир Боровков, новости МТРК.